Меня зовут Евгений. Занимаюсь бизнесом. Uh-huh. Я бизнесмен. Я первый раз сегодня в студии. И восхищен очень многими фрагментами от атмосферы. Мне очень понравился Дмитрий. Очень понравился его такт, его умение, ну, ненавязчивое, умение очень профессионально помочь. В общем, с ним очень просто все получается. Без этого, без этой атмосферы, без коллектива, без всей этой вот обаятельной среды не получается творчество. Это моя первая картина. Я давно мечтал начать рисовать. Я живу в Италии, вот в таких горах. Я живу на озере Комо. Единственное, чего не хватает здесь, это вот это самого озера. Поэтому мне, допустим, это очень близко, так очень случайно оно попало с темы. Очень в тему. И вот вижу, что у меня немножко получилось. Это не самое критичное, но это стимул для моего дальнейшего совершенства. Спасибо вам.